Итак, как работает узел, прижимающий ручки? Это вот имитирующий нам крючок, крючки, то есть ручки управления. И так выглядит сам узел. Когда мы вставляем его просто сразу же, мы имеем тугой вход. Для того, чтобы нам отрегулировать нужное нам усилие, мы его завинчиваем. То есть этот установочный винт мы его закручиваем. Ход становится легче. Вплоть мы можем закрутить его настолько, чтобы ход у нас вообще был легкий. Отпуская его, мы получаем нужное нам усилие. Настройка именно этого уже происходит тонкая, то есть буквально достаточно 5 минут. Ну, если это рассматривать как циферблат, то достаточно нам 5 минут, чтобы уже понять, то есть нужно нам усилие какое, слабее либо сильнее, в ту либо иную сторону. Итак, гидравлический узел. Что из себя представляет гидравлический узел? Это стойка из стойки, которая соединяется. Этот узел регулировки подачи. Шприц. Шприц с пружинкой. Пружинка необходима для того, чтобы у нас избежать люфтов, не было люфтов. То есть мы прокручиваем, а у нас нет подачи. То есть пружинка устраняет это. Узел подачи капилляра. Вот он. Капилляр. Это трубка, подающая физраствор. И ниппель. Стойка для набора спермы, трутня. Ну и жидкость. Итак, для начала наберем жидкость, шприц. Заправим его в узел подачи. Это часть грубая регулировка, это тонкая регулировка. То есть мы можем регулировать более тонко. Так, зак легко вставляется, все должно легко вставиться, заправиться. Выпускаем воздух. Здесь его нет. Вода нам больше не нужна. Заряжаем. Подсоединяем гидравлическую трубку для... Не знаю, как его назвать. Для физраствора. Так, на капилляр я надеваю ниппель с этого, с обратного конца. Это тонкий конец. Не знаю, видно, сфокусируется камера. Здесь тонкий конец. Здесь, вернее, заостренный который. Здесь у нас тупой конец. С тупого конца вставляем ниппель. Надеваем гидравлическую... Так, в общем, одеваем. Одеваем, одеваем. Немного, миллиметра 2-3. И дальше ниппелем подтягиваем. Зачем это нужно, вы потом сейчас поймете. Следующий этап. Вставляем сюда его. И здесь до того момента, пока она упрется. Для чего нужны эти регулировочные винты, которые для прижима? Они нужны для того, если мы не используем ниппель,
то у нас получается сам болтается, очень имеет свободный ход. Ну, даже так мы можем немножко прижать его, чуть-чуть. Почувствовали сопротивление? Все, не давим дальше. Точно так же и здесь. Почувствовали, что сопротивление? Все, хватит. Этого достаточно. То есть тут у какой-то там нагрузки этот капилляр не несет во время осеменения. И дальше мы вставляем его и при помощи этого фиксируем. Так это происходит. Далее мы берем и вот так вот возьмем жидкость, чтобы сюда у нас попадало, не забрызгало ничего. И при помощи грубой настройки заполняем систему. Вот мы можем видеть, на камеры не видно, но жидкость постепенно начинает двигаться. Сейчас мы добьем. Уже подходим. Так, подошли. Все, система заправлена. Далее мы уже можете для себя отрегулировать, чтобы привыкли руки ваши. Смотрите, значит, два капилляра в комплект входит. Один с делениями 2 микролитра. Второй с делением 4 микролитра. Это очень удобно для осеменения. И вот пробуйте играться на данном этапе, чтобы вы привыкли. Ну, собственно, все. Если вопросы будут, задавайте. С радостью отвечу.